Челябинские общественники вышли посмотреть, кто дымит у вокзала. С собой активисты взяли камеру, чтобы запечатлеть нарушителей антитабачного закона. И первыми героями съемки вдруг стали полицейские. Все подробности в репортаже нашего корреспондента. Общественники пришли на вокзал, чтобы попросить курильщиков не нарушать антитабачный закон. Изрядно удивились активисты народного движения, когда около входа встретили сигареты в руках полицейских. Пожалуйста, выкидывайте сигаретки. Вы курите на входе вокзала. Какие 15 метров? Вы прямо на входе курите. Здесь нету 15 метров. И вообще, вы понимаете, что в форме некрасиво курить? Дальше спорить с общественниками полицейские не стали. Бросили сигареты и заявили желание присоединиться к рейду. Вот люди курят. Вот вы на самом деле должны им делать замечание, что они курят. Мы пойдем сделаем им замечание. Но у служителей закона желание помогать активистам быстро закончилось. Когда нашли новых курильщиков и стали им объяснять о вреде дыма для окружающих, полицейские ушли. Тем временем подвыпившая компания не сильно желала общаться с общественниками, а сигареты решили выкинуть прямо на тротуар. Нет сигарет, выкинули, все. А куда дел? Сигареты? Куда дели? А у нас есть, нет. А вот это вот что? А подожди, а зачем вы ссорите? Это не мое. А это рейд на автовокзале. Здесь общественникам пришлось ловить курильщиков на перегонки с охранниками. Курите в общественном месте, выкидывайте, пожалуйста. Вы же видите, где вы стоите, да? Вот знак. Товарищи охранники, вот видите, он прямо стоит, курит. Нельзя же здесь курить, да? Нельзя курить. Нельзя курить? Нет. А вы почему ему не... хотели подойти и сказать... На автовокзале активисты смогли отыскать только двух нарушителей. Остальные предпочли курить в специально отведенном для этого месте.